Вот таким радостным поздравлением встречали жители городского округа в парке Льва Толстого. Масленица – традиционный славянский праздник, в который принято печь блины и угощать ими родных и близких. Для жителей Химок блины готовил лично глава городского округа Дмитрий Волошин. Хорошо, что дети, взрослые, все вместе одной командой сегодня, командой Химки здесь. Подходите, мы пробуем приготовить, надеюсь, что вам понравится по вкусу. Будем угощать. От желающих отведать горячий блин не было отбоя. И, судя по восторженным отзывам, химчанам понравилось угощение. Вкусно? Да. Блинов хватило всем. Для гостей праздника организаторы подготовили 30 точек, на которых совершенно бесплатно раздают горячий чай и вот такие замечательные блины. На выбор масса топпингов. Это и джем, как у меня, и сгущенка, и даже шоколад. Но если посмотреть на то, как гуляет и развлекается народ, можно сказать точно, масленица удалась. В этот день столы буквально ломились от блюд. Клуб «Активное долголетие» приготовил не только традиционные блины, но и целый стол угощений. Сушки, баранки, соленья, вареный картофель и разные сорта варенья. Вместе с химчанами в народных гуляниях приняли участие депутаты городского совета депутатов. Валентин Герасимов, Инна Монастырская, Глеб Демченко, Николай Томашов, Надежда Смирнова, Артур Каримов и Александр Васильев. Разные рестораны представлены городского округа Химки. У каждого свои блины, можно прям дегустацию осуществлять, проверить, какие блины вкуснее, какие вам больше нравятся, от какого ресторана. Развлекали горожан самые настоящие скоморохи. Они не только пели и танцевали, но и согревали гостей веселым хороводом. А новые участники присоединяются к нам! Пусть хоровод на все Химки! Помогайте малышам! Ну а когда все блины съедены, а хороводы закручены, гости отправлялись смотреть на боевые поединки. Доспехи, щиты, топоры и копья. А кузнецы неподалеку раздували меха и демонстрировали свое умение в ковке металла. Сегодня всем нам, как никогда, нужно единение. Единение с семьей, с друзьями, с коллегами. И поэтому сегодня в парке Толстого организована прекрасная масленица с большим количеством мероприятий. У людей прекрасное настроение. Блины, чай, различные развлечения. И сегодня именно то, что нам всем очень нужно. Уйти с праздника можно было не только с полным животом, но и с полной сумкой сувениров. Химкинские мастера организовали ярмарку, где представляли свои изделия. А для маленьких гостей подготовили аттракционы. На центральной площади стоит большой самовар, где качели. Детишек стоит большая очередь, просто, вы знаете, отбоя нет. Вообще в парке работают все аттракционы. Детей очень много. Традиционно масленичные гуляния заканчиваются прощенным воскресеньем, вслед за которым православные верующие начинают Великий пост.